Сражение под Подгайцами, сражение от 8 до 9 сентября 1698 года польского войска с крымскими татарами во время войны Османской империи со Священной Лигой Польный Гетман. Коронный Феликс Казимир Потоцкий победил крымский отряд Каплана Гирея при городке Подгайцы на Подолии. Король Польши Август Сильный вступил на престол во время этой войны и решил занять Молдавию. Османский султан приказал своим вассалам, крымским татарам упреждающим атаковать Речь по Политую. Крымский Чамбул в количестве примерно 14 тысяч человек опустошил Подолию и подошел к Подгайцам. Гетман Потоцкий имел только часть коронной армии, 6 тысяч человек, но ему удалось от 8 до 9 сентября 1698 года разбить превосходящие силы крымцев. Крымское войско Каплан Гири разделил на две части. Одна должна была атаковать с фронта, вторая — окружить польного гетмана с тыла. План крымцев не удался, хотя они захватили польский табор, но не пошли далее преследовать врага, а занялись грабежом польского лагеря. Поляки же собрались, перешли в контрнаступление и отбили табор. Однако из-за недостатка сил не разбили противника, окончательно не преследовали его. Подгайское сражение. Последнее в истории сражение поляков с крымскими татарами. Последняя битва последней войны Речи Посполитой с Османской империей и также последняя самостоятельная победа польской армии на ближайшие 100 лет. До 1792 года, когда князь Юзеф Понятовский победил в битве под Зеленцами. Библиография Джанусу Оштасы, компания Подхожи, к 1698, Уайдоникту Министерства обороны Народовича Уорзова, 1971, Джанусу Оштасы, Остатняя битва с татарами, Мауиуики, Нер 12, 1969, опубликовано Музеум Парк W. Иланоу.